I came up a little change, buying change up a little fame, buying fame was a little dangerous. А вы знаете, как выглядит счастье? Нет? Тогда я вам покажу, что значит счастье. Как выглядит счастье, что нам тянется запястье на щеках слезы, я видел это в своей грезах. А у нас тут дабл счастье. Когда ты счастливый пидор. Прошу прощения за посторонний звук, если их будет слышно, просто потому что маленькие дети и куча гребаных машин. Я ненавижу город. Хей, чуваки, с вами Аника Долня, и сегодня у нас педы с Алиэкспресс номер 8. Да, прошлые педы были номера 7, но в видосе был 8 номер, потому что я невнимательный пидор. Что ж, дождался я педов. Это не все, будет еще один, так что в ближайшее время ждите. Давайте открывать. Сейчас будем разбирать недочеты данных педов. Небольшая фигня вот со швом, если я приближу, то я приближу. Но так он достаточно очень сильно похож на настоящего кота. Очень. У этой кисы тоже не особо много недочетов. То есть как бы она тоже хорошо очень сделана. Я боялся за ее глаза, то что они будут немного размазаны, но нет. Они хорошо сделаны, правда грязные. Ну, грязно на груди и... еще где-то, по-моему, на лапах, вот тут вот, да, подотру, и все будет хорошо. Также магнитик вырван, не знаю зачем, не знаю почему, но я это исправлю как-нибудь, а может они будут даже исправлять, потому что, ну зачем. Такса тоже сделана более-менее хорошо, но сразу видно, что это подделка, ну вот просто сразу. Господи, какая разница, главное, что это пед, и он у меня есть, потому что я очень сильно хотел... черную таксу. Ну, очень сильно. Если я еще и покрою ей глаза лаком, носик, хотя носик может не будет трогать, то все будет просто отлично. Ну, а также у меня есть второй пед с магнитом, и даже не важно, что он не настоящий. Дог, которому я уже дал имя, его зовут Гектор. И сразу можно заметить косяк с лапами. Одна лапа привстает немножко, и они кривые. Но ничего страшного. Ничего страшного. Все хорошо. Так-то потертости нет, и он хорошо прокрашен. Не считай косяк с лапой. Но у меня есть пед, и он настоящий, у него тоже косяк с лапами, поэтому все хорошо. Все нормально. Там магнитика нету. Вот. А так все довольно качественно. Очень нравится. Я довольный. Очень довольный. Ну и на этом я буду заканчивать свой видос. Ждите 9-й выпуск педов с Алиэкспресс.
Правда, там будет один пет, но лучше что-то, чем ничего. Ну и если здесь впервые, можете подписаться на мой канал, поставить лайк, поздравить людей. А с вами был Аня Кадауня. Все вот эти педы. Всем удачи и всем пока.